Всем привет! Значит, сегодня скользяшка, которая была в связке номер 10 или 11, точно не помню, там их было две. Итак, открытый хват. Начинаем мы с левой руки. Заводим, поднимаем руку вверх и заводим под плечо. Прокручиваем и протягиваем по телу, то есть максимально проскользив по телу. То же самое происходит с правой рукой. Заводим сверху, под плечо, максимально к себе, делаем прокрут и проводим по телу. Видите, так. Далее, левая рука, закончив элемент, заново поднимается вверх и на большом пальце делает прокрут. То есть так это выглядит. Раскрылись, закинули на большой палец, трудили. Целом. Совмещаем левое, правое, левое.